Познакомься, это Миша Касьянов, мой старый приятель. Кстати, он в Угровске работает, так что будь аккуратна, ладно? Ого! Юлия Бородина? Не, ну она теперь Кондрашова. Да, Бородина. А мы знакомы? Скажите, у вас случайно сестры-близнеца Ульяны нет? Лицо и правая рука облиты кислотой. Что вы здесь делаете? Кто вас пустил за ограждение? Я представитель прессы, горячие новости. Так, покиньте территорию, помешаете работе. Не лезьте в это дело, понятно? Куда хочу, туда и лезу. Ульяна жила за счет любовников. Это была еще та штучка. Твой зам, в отличие от тебя, не жалеет твои же деньги на меня тратить. Почему ты скрывал ее от меня? Мы с ней с детства друг друга не любили. У меня есть кое-какие идеи. Так, слушайте, журналистка. Послушайте, сыщик. Куда вы лезете? Пишу репортаж. Это мое дело. Я должна тебе признаться. Я не Юля. Я Ульяна. Еще этого мне не хватало. Я в родном городе Бородиных. Я тут их дом посмотрела, с соседями поболтала, справки навожу, короче. Между прочим... Какие черту справки? Жуков, куда ты лезешь? Кто тебя просил, а? Так, раз вы не хотите узнать, что мне сказали в местной поликлинике, и не надо, сами догоняйте. Дедуктивно! Я же все теперь про тебя знаю, про сестру твою покойную. Может, расскажешь, кто ты такая на самом деле, а? Уляля. Я любила ее. Черт! Я любила ее больше, чем себя. Надо бы умерла вместо нее. Но я не убивала. Я ей просто помогла. Живи за меня. За себя живи. За нас обоих. Мы же уляли.